Яндекс.Трекер – это инструмент для ведения проектов, распределения ресурсов и совместной работы. С его помощью любой процесс можно сделать быстрее, прозрачнее и эффективнее. В Яндексе трекер используют 6000 человек в 5 странах, но он также хорошо подойдет и для небольшой компании. В трекере можно организовать самые разные процессы – от дизайна и разработки приложений до работы отдела кадров и закупок оборудования. Задачи разных отделов удобно вести в отдельных очередях. Помимо описания, в каждой задаче есть поля, в которых устанавливаются сроки, назначаются исполнитель и наблюдатели. Все решения и договоренности, принятые по ходу работы, сохраняются как комментарии к задаче. Они видны всем и не теряются по письмам и мессенджерам. Задачи в трекере можно заводить вручную, а также автоматически, просто отправив письмо на определенный адрес. Оставить комментарий к задаче тоже можно с помощью почты. Сводную информацию о задачах из каждой очереди можно посмотреть на странице статистики. Если сотрудники ведут учет времени, руководитель может получить отчет о временных затратах. Найти задачи из любой очереди можно при помощи фильтров. Для поиска по сложному набору параметров можно использовать запросы на специальном языке. Трекер подходит для команд, которые работают по методологии Agile. Например, все задачи команды можно увидеть на Agile-доске с разбивкой по статусу для удобного наблюдения за ходом работы. Руководитель может следить за работой на дашборде. С помощью фильтров на него можно добавить все нужные задачи, а также информацию о них в таблицах или графиках. Это делает рабочий процесс прозрачнее и помогает управлять им при необходимости, оперативно внося корректировки. Помимо всего этого, в трекере есть много мелочей, которые избавляют от лишней рутины и помогают сэкономить время. Эти решения были найдены опытным путем. Ведь мы сами работаем в трекере каждый день и стараемся делать его как можно удобнее. Яндекс.Трекер. Сделайте рабочий процесс быстрее, прозрачнее и эффективнее.